Добрый день, дорогие мои! Вы на канале «Приют Ангела», с вами народный батюшка. Мира и добра вам от Пресвятой Троицы. Мы пошли в так называемый город. Вот туда наша дорога, в центр Пестяков, называется город. А мы живем на окраине. Раньше это была деревня Голенково. Ну и сейчас так все эти называют Голенково. Но я вас могу удивить, Голенково – это то же самое, что Голгофа, поскольку образовано от того, что здесь такое пустое место, возвышенность была. Видите, там гора. И когда не было здесь домов, как мне рассказывали жители, а дома здесь появились только в 50-е годы 20-го столетия. Вот эти первые дома и были, сами строили жители эти дома своими руками. И он выглядел таким голеньким. Почему-то на нем не росло деревья. В общем, ничего не росло. Поэтому Голенково, голенький такое местечко. Так вот, когда мы ходим в город, мы с вами разговариваем на разные полезные темы. Прежде всего, я вам отвечаю на вопросы, которые вы задаете. Ну, мне так легче. И сегодня пришел очень интересный вопрос. Кто-то из ангелов спрашивает: «Просвети, Господи, любовью креста твоего». Что это значит? Здесь нет путаницы «Христа твоего» или «любовь Христа твоего», или все-таки это любовь креста, на котором распят был Христос. И я сразу на последнюю часть вопроса отвечу, что, конечно, крест, на котором распинали Христа, он неодушевленное, как говорится, существо, и от него любови нет. Естественно, вот это орудие казни, которое тогда считалось самым позорным и самым мучительным, и не могло бы быть с любовью, и не могло бы быть как-то в отношениях с Богом, если бы Бог не распялся на нем и сделал вот это позорное орудие средством просвещения мира, средством действительно принесения любви в мир. Он на этом кресте все грехи человеческие взял на себя, сам за них, как говорится, отмучился и сам нас сделал свободными от наших грехов, можно так сказать, наших предков, предоставив нам возможность жить в любви Божией. Это та же самая любовь, которую Господь предполагал наделить Адама с Евой, когда он им создал райский сад, когда он этот сад населил животными, когда в нем достаточно было различных растений. Ну, в общем, счастье и радость могли бы быть у человечества, если бы лукавый не смутил Еву и не захотелось стать Еве и Адаму как боги, как боги. Бог показал, что значит быть как Он. То есть та любовь, которую Он нам предоставляет, на самом деле является постоянной вот такой мучительством для Него. Поскольку мы же все время говорим, что Его распятие не прекращается никогда. Он все время на этом кресте за нас
висит. И мы своими грехами доставляем ему боль, когда в этих грехах не сознаем, что мы должны ему нести облегчение. Какое облегчение? Ну, чаще всего это несение креста вместе с Христом. Чаще всего вот связано с образом Никодима. Помните там, когда Христос нес крест к Голгофе? Крест был тяжелый, а он был уже избитый, он уже был раненый. И он спотыкался и падал с этим крестом. И тогда ему взял один из тех, кто его сопровождал, помог нести этот крест. Помог нести. И с тех пор вот наша жизнь христианская, она обозначается как несение креста Христова в течение жизни. То есть вот такое сораспятие с Ним, сотрудничество с Ним, солюбовь вместе с Ним всего окружающего и всех окружающих. И это, надо так сказать, достаточно тяжелая ноша. Но это и есть наш крест. И если она спрашивает вот об этом фразе «Просвети, Господи, любовью креста Твоего», то здесь речь идет не о кресте, которым распят был Христос, а о кресте нашей жизни, о кресте, который мы несем вместе с Господом. И давайте разберем более подробно, с чего начинается эта фраза. Просвети, просвети. То есть, когда мы с вами в крещении получаем некое, как говорится, промысел Божий, то есть наш путь нашей жизни, а на самом деле святые отцы говорят, что наш путь еще до того, как мы родились, был уже определен. Как хорошо они, как будто специально выключили эту трещотку. И поэтому этот путь связан с несколькими этапами христианского просвещения, освящения, которое заключается в знании, в понимании, в усвоении, в восприятии, в делании, того дела, которое нам с вами предназначил Господь. И поэтому, когда мы с вами слышим в начале этой фразы «просвети», это значит, наша молитва идет о том, говорит о том, что мы хотим первое, что на этом пути получить, это научиться, то есть просветиться. Это просвещение будет, конечно, включать и понимание своего положения, положение в обществе, положение в семье, положение, можно так сказать, и в государстве, потому что крест этот Христов, он заключается в наших отношениях с ближними, с окружающими. Там ведь не себя нужно на этом кресте нести. Хотя и пишет отец Наум в книжечке, что мы читали, что как же, когда говорим, надо всех полюбить, себя-то мы не полюбляем, себя-то не охраняем от лукавого, себя-то не ведем к свету Христову. Поэтому осознание, что нам нужно просвещение в делании Божьем, в этой молитовке является ключевым. То есть просвети, Господи, или освяти, Господи. Свет Христов – это то, что мы с вами все время ищем, и чем мы с вами и укрепляемся в своей вере. Просвети чем? Любовью.
И мы таким образом осознаем, что то, что нам Господь определяет как промысел нашей жизни, это есть Его любовь к нам. Иногда то, что мы с вами получаем, в том числе и за христианское вероисповедание, как-то не очень нас с вами удовлетворяет. Как-то мы не очень видим в том, что любовь какая-то проявляется. И здесь-то просвещение, что такое любовь Христова, и является, можно так сказать, первоначальным для осознания этой любви. Что эта любовь прежде всего неземная. Неземная. Те, кто ожидает, что они, став христианами, получают защиту в этой жизни, богатство в этой жизни, силы в этой жизни, здоровье и все остальное, они маленечко ошибаются, потому что мы с вами в жизнь будущую крестимся. Мы живем для Царствия Небесного. Здесь мы с вами учимся, а учения, к сожалению, бывают и с мучениями. Правда, Господь так установил, что мы получаем некие наказания, потому что отступаем от пути, который Он указал. Вот я иду по дороге, и вдруг решил, что нет, я вот там пойду. А там забор, а там канава, а там яма. Ну и все. Кто виноват, что я свернул с этого пути? Бог? Нет. Он, определив крест, нам говорит: «Придите все труждающиеся и обремененные». За этим как бы звучит: «Я дам вам вот этот крест, я вам дам обязанности, какие вы должны на этой земле нести, какой крест нести». Но мы с вами иногда большего хотим, чем на самом деле нам нужно. Есть же притча такая, помните, что один очень верующий молился с вопросом: «Ну какой же у меня крест? Какой? Покажи мне, Господи, крест, какой мой крест?» И вдруг к нему является ангел и говорит: «Слушай, ну твой крест еще не совсем определенный. Пошли, я тебе покажу, какие есть разные кресты». И они с ним куда-то полетели и оказались в пещере, где маленькие крестики, большие деревянные кресты, маленькие золотые крестики, большие золоченые кресты. И ангел говорит: «Ну вот ты сам себе и выбери крест, какой тебе нужен». И этот ходил, смотрел на всякие кресты. То один потрогает, то другой потрогает. В общем, подошел к большому золоченому кресту и еле-еле его на себя взвалил. Говорит: «Ну вот это, я вот этот себе беру». Ангел ему и говорит: «Ну, теперь носи всю жизнь». Поняли, о чем? «Ну, теперь носи всю жизнь». Тогда тот, кто взял этот крест, говорит: «Да я на храм его поставить хочу». «А, так, тогда давай я помогу». Ангел подставил свое плечо, и крест нести стало легче. Вот, ведь притча-то как раз об этом, что наш крест... Он либо тот, который нам дан, и мы понимаем, для чего мы правильно живем в своем кресте, на своем кресте. Мы не хотим лишнего на этом кресте. И тогда Господь сказал: «Бремя мое легко есть». Легко, оно удобоносимое, это бремя. Если же у вас какая-то трудность... Ваш крест вам невыносим, а некоторые сейчас очень живут с таким сознанием, что жить прямо вообще невозможно, то вы знаете, либо вы сами
с пути свернули, либо перестали верить в Господа, который все делает для того, чтобы ваш крест был благим, чтобы вы закончили жизнь счастливо. Радуйтесь и веселитесь. Вот цель окончания вашей жизни, окончания ношения вашего креста, чтобы вы в конце, значит... И поэтому вот это просвещение ради того, чтобы осознать любовь того промысла, той участи, которую нам Господь дает, креста нашего, это и есть молитва, которая призывает и это просвещение, и эту любовь. Вот на самом деле как надо трактовать вот эту. То есть надо эта молитва о нашем с вами жизни, о нашем с вами кресте, который мы должны осознавать и нести с любовью. Вот и все. Любовью креста своего. Просвети любовью креста твоего. Конечно, здесь без Христа, без Духа Святаго, без Отца нашего Небесного, без Святой Троицы не может быть ни просвещения, ни любви. Но мне это очень нравится, вот эта фраза, которая так ёмко, так вот полноценно говорит о нашем с вами промысле над нами, о нашем с вами обязанностях просвещения и о нашей с вами любви. Поскольку если мы просвещаемся в любви, то мы и становимся носителями этой божественной любви, которая нам и обустраивает всю нашу жизнь в радости. Вот так, вот такой ответ. Если у вас есть какие-то другие мнения, давайте выскажите в комментарии, можем дальше обсудить. А пока я вот полагаю, что то, что я сказал, и есть объяснение той фразы и ответ на этот вопрос. Так что всего вам доброго. Приходите на канал, задавайте вопросы, просвещайтесь в любви Божьей и несите свой крест с радостью. Бог Сын, помилуй нас. Аминь.